Привет, ребятня! С вами Баба-Яга, и сегодня мы будем делать единорога по технике String Art. Так, посмотрим, что у нас в коробке. Так, инструкция. Белая бумажная основа. Кулечки у нас находятся, клейкая лента, гвозди и нити. Ну что ж, приступим. Первым делом мы клеим клейкую ленту на основу полосками. Так. Вот так. Для этого еще нам понадобятся ножницы. И отрезаем. Раз. Все, одна у нас уже есть. Итак, распределяем полоски равномерно. Так. Ровненько. Мы доклеили все полоски, а теперь убираем верхний слой клейкой ленты. Вот так вот, смотрите, очень просто. Раз. А теперь берем карточку с рисунком и клеим ее на нашу основу. Вот так вот. Вот, прижимаем плотненько. Вот, что у нас получилось. Берем гвоздики. Так, всыпаем. Вставляем гвоздик в каждое круглое отверстие по контуру, как указано у нас на картине. Теперь у нас получился контур единорога. Берем белую нить и наматываем по контуру согласно цвету на картинке. Для начала мы делаем узелок. Раз. Все. А теперь обматываем ту часть рисунка, которая изображена белым цветом. Мы сделали контур белого цвета, а теперь приступаем к зеленому и синему. Теперь на картине три цвета. Продолжаем обводить контуры. Цветными нитками мы обводим контуры копыт, хвоста, гривы и рога. Ну а черными нитками, ребята, мы в самом конце с вами сделаем ноздрю и глаз. Вот такой у нас симпатичный единорог получился. Заказывай на голомарт.ру по кодовому слову «Дети дома» и получай скидку 50% на все товары для детей. Также волшебное слово действует на всех кассах магазинов «Голомарт». Приходите за самым необходимым и покупайте товары со скидкой 50%. Голомарт заботится о вас. Мы поможем вам запастись игрушками, чтобы радовать ребенка каждый день чем-то новеньким.